Палата предпринимателей Южно-Казахстанской области с начала года защитила интересы более 300 предпринимателей. В прошлом году обратившихся было около 3000 человек, и проблемы более половины из них решены. Палата помогла привлечь в экономику региона инвестиции на сумму более 630 миллионов долларов. По мнению экспертов, 100 конкретных шагов, предложенных президентом, помогут еще более укрепить позиции предпринимателей. Стимулируют развитие бизнеса стратегические инвесторы, интеграция таможенной и налоговой систем. Но защитить интересы и права отечественных предпринимателей позволит институт омбудсмена, уверены представители палаты предпринимателей. Развитие данного института существенно повлияет на развитие бизнеса в целом в Казахстане, на защиту его интересов. В целом вот эти 100 шагов дадут новый стимул и даст возможность нашему государству в экономической части и в целом достичь тех результатов, которые обозначил глава государства, то есть войти в 30-ку самых развитых государств мира.